Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 1.0 бензиновый 54 лошадиной силы. Механическая коробка передач, передний привод, машина 1998 года выпуска. Приехала приборная панель с тахометром. Поставил, немного расстроился. Пробег у нее в два раза больше. Установил альтернативные стоп-сигналы, не знаю, но они мне больше нравятся, чем родные рестайлинговые. Приехал спойлер на заднюю крышку, покрасил баллончиком, все равно летом буду делать пороги и перекрашивать. Изготовил и установил переднюю распорку стоек. Убил пару часов, изготовил из 1 мм стали. Сначала вырезал пластины, потом отверстие выпилил болгаркой шлифовальным, почти конченным кругом получилось норм. Пришло время для правильных дисков, перед R8 за R9. Гомора короче много. Диски достались в очень ужасном, все болты все обрезаны, диски провелись. Закрасил на время краской из баллона. Перекрас в арбуз. Дело было так, надо было что-то делать с цветом авто, передний бампер одного цвета, крыло второго, пороги третьего. Заехал к ребятам-малярам, ценник объявили 50 без материала. Расстроен. Уже нашел через знакомых где-то 30 без материала, но что-то для машины за 50 тысяч нее. Короче, малярный скотч, валик и краска по металлу, ну и по окончанию лаком, смотрим ниже, что получилось. Сначала один слой темный, потом текстурный валик со светлой краской, потом лаком. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.